впервые оказался в этом зале, меня привел сюда крестный. Я сначала, когда зашел в этот зал, растерялся немного, а потом начался тренировочный процесс, и мне понравилось заниматься, и я занимаюсь уже 7-й год. Сначала мы занимались гимнастикой, там рядом было карате, дзюдо, мы всегда бегали посмотреть, что там, как там. Вот. С детства хотел заниматься каким-нибудь боевым видом спорта. Крёстный предложил. Мама сначала почему отказывалась. Согласился? Сначала отказывался? Да, мама сначала отказывалась. Потом как-то пришли первый раз, понравилось. И вот. Недавно прошли отборочные соревнования на первенство России. Назывались они «Юность России». Там он выиграл. После «Юности России» стал третьим тоже. Особо ничего, я бы так сказал, но «Юность России» выиграл. ЦФО третье место. Мне кажется, досрочная победа. В профсоюзах участвую, на всероссийских соревнованиях. На первенство России же, да, вы поедете? Поедем, да, скоро, летом. Я бы рассказал то, что там был очень дружный коллектив, были очень опытные, хорошие тренера, которые умеют, как бы так сказать, научить, сделать. У тебя не получается, вот, например, да, и они тебе пытаются всегда чем-то помочь, а не наорать там что-то такое. Они, то есть, действуют это, как бы сказать, психологически на тебя. Тренер всегда, в принципе, мотивирует. Приезжаем на соревнования, он всегда мотивирует словами, действиями. Ну какие? Ну, может, вспомнишь какую-нибудь речь. Говорил, что как сказать-то, самые лучшие веси, говорил, это очень мотивирует слова. То, что нас боятся, это тоже очень мотивирует. Если его отнимут, будет больше злости. Это будет, ну, не знаю, это трагедия в жизни моя будет. Если распустят, уберут тренеров, особенно если уберут тренеров, тогда это точно все, конец. То есть на тренера у тебя многое завязано? Конечно. А сможешь ли ты продолжать вот так же успешно выступать, если тебе придется перейти в другое место? Наверное, нет.